Второй момент. С точки зрения эргономики, сплошь и рядом, ну, простой принцип, должно быть 90-110 сантиметров. Хотя бы какое-то окно должно быть в помещении, неважно, в мансарде, не в мансарде, под кровлей и так далее, обязано быть на таком уровне. Если его нет, мы получаем вот такую грустную историю. Очень грустную, которую прекрасную архитектуру с фасада превращает, ну, практически, мягко говоря, дискомфортную с точки зрения внутри. Да, здесь светло, но ничего приятного в этом помещении нет. Более того, мы очень часто сталкивались, риэлторы, продавая такое помещение, их, скажем так, нагибает на большие скидки, потому что, скажем, нижний этаж или такой этаж, безусловно, имеет большую степень комфорта. Почему часто это происходит? Архитектор все сделал хорошо, все спроектировал, потом, не задумываясь, вот чем хорош BIM? Все знают, что такое BIM? Нет? BIM – это, условно говоря, когда идет проектирование в одной модели всеми специалистами. И, собственно говоря, когда, получается, вы архитектурные чертежи отдали, и, казалось бы, вам все хорошо, а конструктор взял на вот этом месте, где у вас должно окно, балку прогнал. Дальше окно уходит или ниже, что неудобно, оно условно на уровне пояса, или уходит вверх, и мы получаем картинку, вот, которая на этой стороне. Более того, если вы для девелопера проектируете, вот эта площадь, она по снипу учитывается, но она теряется. И, соответственно, девелопер грустит. А если это здание в центре, то это очень большие деньги, если оно большое. То есть из-за такого вот мелочи, при этом с технической точки зрения, если вы конструктив понимаете, сдвинуть эту балку на 50 сантиметров выше никаких с точки зрения конструктива никаких сложностей не составляет. Просто вот он ее здесь прогнал, не задумавшись о том, что дальше будет в этом пространстве. Еще какой нюанс, тоже не буду на этом всем там экономике акцентировать внимание. Один нюанс только. Яндовые коньковые элементы для кровли стоят в 10 раз дороже, чем квадратный метр плоского материала. Поэтому чем сложнее кровлю, просто по стоимости материала, она будет получаться дороже, независимо от конструкции. Очень часто, опять-таки, что происходит? Мы нарисовали какой-то фасад, задали точки, дальше в архикаде автоматически простраивается кровля. И получаем вот такую вот историю. Ну, в принципе, нормально выглядит с точки зрения фасада. Однако, что получается внутри? Чтобы все вот эти изгибы, скажем, точки опереть, нужны стойки. Дальше, ну, не говоря о том количестве материалов, которые мы тратим, вот этот объем, вы видите, какая высота, мы его теряем. При этом ничего не стоит, все то же самое, прорисовать вручную и получить даже дополнительный этаж. И площадь у нас, то есть если мы расчистим там вот эти все стойки, то мы получаем на, соответственно, в два раза больше в том же строительном объеме площади и не теряем, по сути, в архитектуре. То есть вот эти нюансы, они, собственно говоря, как ни странно, очень серьезно влияют на пространство. Ну, тоже пример. Это с одной телепередачей мы делали помещение. 96-го года постройки дома. Всего-то навсего вскрыли и получили совершенно другую историю. Ну, похожий пример, который предыдущий на НТВ был. Чуть-чуть меньше дом просто.